Ключевыми индикаторами развития мировой экономики, а также главным ориентиром практически для всех финансовых рынков являются два основных актива – нефть и золото. Цены на нефть, как главный энергоресурс в современном мире, впитывают в себя большинство экономических и даже политических рисков и перспектив многих стран и регионов. Также и золото. Его стоимость неумолимо растет в периоды экономических кризисов, падения стоимости акций и курсов валют. Таким образом, нефть и золото остаются одними из самых популярных биржевых товаров. Сегодня многие знают о возможности зарабатывания на изменениях курса валют, но немногие частные инвесторы используют возможность заработка на рынке нефти и золота. Там можно зарабатывать, и используя CFD. CFD – это контракт на разницу, который позволяет извлечь прибыль на изменении базового актива, которым в свою очередь может быть золото, нефть, акции международных компаний и не только. Познакомиться со всеми возможностями современного финансового рынка можно на семинарах и бизнес-тренингах, которые проводят опытные специалисты Международной академии биржевой торговли в вашем городе. Сотрудники академии готовят профессионалов в области инвестиций и управления капиталом, а также помогают инвесторам стать частью успешного финансового мира.